Добрый вечер, уважаемые, кто нас увидит в этом ролике. В общем, нам очень классно. Да, пару слов. Лучше гор могут быть только горы. Да, прекрасный Галина. Вид, очень классно. Приходите. Ага. Прилетите. Понятно. Приезжайте. Понятно. Вообще круто. Дима, пару слов о поездке, Дмитрий. Пару слов о поездке. Невероятно. Море эмоций, да? Это неописуемо даже. И ни словами не выкладывается. Егорка, что ты скажешь? Какие у тебя впечатления? Тебе нравится? Хорошо. Ты счастлив? Да. Скажи, я счастлив. Я счастлив. О, осторожно, велосипед сзади. Так, Лера, Артур, Марго. Марго, скажи, я вас снимаю на видео. Пару слов. Ура! Как ваши впечатления? Как ваши... Здесь просто... Все я ничего не понял, еще раз. Это здесь просто класс. Стой, на месте стой. Скажи. Здесь класс. Здесь не слышно звук... Реки? Озера. Реки. Реки. Горные реки. Да. Какой у тебя браслетик красивый, местный, да? Ну, да. Все, проходи, сейчас здесь следующий, Марго. Как тебе эта поездка? Как тебе горы? Хорошо. Что ты еще можешь сказать, кроме хорошо? Что мне нравится, что мы в горы. Ну, в горы, да? Это речка, да? Вот такая красивая речка, да? И мне нравится, что я в этом красивом платье. Все, проходи, Артурчик. Проходи. Нет, туда нельзя. Артурчик, скажи пару слов. Мне здесь нравится горы. Вот видите, горы. Чем именно тебе нравятся горы? Здесь красиво. И грандиозно, да? Да. Величественно. Я боюсь реки. Да, это горная река. Хочу на второй очереди. Все, идемте домой. Обалденно просто, вот смотрите, вокруг горы, просто горы. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Это бурная такая река, но здесь она не сильно бурная, потому что русло довольно-таки широкое. Тиса, река Тиса. Но вообще она достаточно бурная. Ну все, до зустречи.